Новый медицинский спецтранспорт отправился в центральный районный больницы Нижегородской области. Автопарк обновился в 7 районах региона – Большом Болдине, Богородске, Чкаловске, на Бару, в Балахне, Дзержинске и Арзамасе, а также в нескольких учреждениях Нижнего Новгорода. Сегодня мы получили два автомобиля скорой медицинской помощи. Одну на базе «Газель Некст», одну на базе «Соболя». Эти машины я знаю, они давно уже нам хорошо служат в районе. Район большой, а вызовов много, и нужны не просто «Газели Некст», а нужны машины более проходимые, как «Соболь». Все автомобили нижегородского производства. Ключи руководителям медицинских учреждений вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Мы вручили 19 автомобилей, планируется еще 24. И, естественно, мы стараемся, чтобы у нас наша помощь скорая медицинская была обеспечена качественно и вовремя во всех удаленных уголках нашей Нижегородской области. Автомобили скорой помощи в медицинских учреждениях необходимо обновлять регулярно. Производитель дает 3 года на эксплуатацию неотложки без учета пробега. Главную, наверное, роль играет качество самих автомобилей, потому что вот то, что мы получаем сейчас, это действительно автомобили высокого уровня. Все машины оснащены новым медицинским оборудованием. В автомобилях на базе «Газели Некст» есть дефибриллятор, электрокардиограф, пульсометр, аппарат искусственной вентиляции легких, а машины на базе «Соболя» предназначены для работы в труднодоступных местах. Вероника Демина, Александр Асриян, Максим Веселов. Время новостей.